2 февраля в доме 91 по улице Нефтяников произошел пожар. После этого он попал в план профилактических рейдов. Еще не заходя в подъезд, участники заметили нарушение. Выброшенная мебель лежит прямо у подъезда. Делать так строго запрещено правилами противопожарной безопасности. По поручению губернатора администрация города проводит рейды по противопожарной безопасности. Также в этих рейдах будет принимать участие управляющая компания, в зависимости от того, в каком доме это будет происходить, жильцы домов, председатели и соответствующие службы. Вот сейчас возле подъезда гора мебели. Мы доведем до сведения управляющей компании и собственников. И будем стараться, наш общественный совет, чтобы никаких нарушений, не было угрозы ни жизни людей, ни имуществу. В основном это загромождение путей эвакуации различными предметами бытовыми. Шкафы, коляски. Какие-то из квартиры что-то выносят, своевременно не убирается это из путей эвакуации, что является нарушением требований пожарной безопасности. Сразу на двух этажах дома были замечены несколько нарушений. Так выглядит нарушение правил пожарной безопасности. Тут самодельные ящики на замке, причем довольно громоздкие. Также тут стоит... Это всем знаменитый стол «Бабочка», плюс еще какой-то мусор. К тому же на путях эвакуации лежит чья-то мебель, которая также помешает как и для жителей, так и для тех пожарных, кто приедет, если что, тушить здесь пожар. Как оказалось, мебель выставили только сейчас, и скоро за ней приедет машина. Если это так, то житель дома должен был заранее предупредить управляющую компанию, что будет загромождение проходов. А если она лежит уже давно, то ее владельцу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. И однозначно мы выясним и обстоятельства и данной ситуации, в том числе и этого дома. Поработаем с управляющей компанией города, и с ЖЭО, и с непосредственно с населением, и с жителями, кто это допустил сделать. Разъясним все требования, в том числе напомним и административную ответственность за данные нарушения. Ну, приведем в соответствие. К слову, такие 16-этажные дома имеют повышенный уровень пожарной опасности. Поэтому внутри здания есть система пожаротушения с рукавами и песком. Лестница сделана таким образом, что при наличии дыма вентиляция закрывается со стороны квартир. Это позволит жителям спокойно эвакуироваться. А также в каждой квартире застройщикам предусмотрены пожарные сигнализации. Андрей Мургар, Роберт Шерифьянов, телеканал «Самотвор».